Добро пожаловать в Барселону, пожалуй, самый футбольный город, ну, если не всего мира, то Испании уж точно. Для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Впереди нас ждет отличный матч, нетерпением ждем его начала. Это Барселона против Баварии. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. Игра началась. Барса с мячом. Защитник тут ничего не смог сделать. Так здорово сейчас играет защита. И смотрим на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Ну, грузи в штрафную. Итак, состав Баварии. Как будто подсмотрели расстановку у противника. Но команды-то разные, а идеи у них общие. А вот давай сравним Лионель Месси и его визави Роберт Левандовский. Что-то особенное в их исполнении мы увидим сегодня. Месси – это мастер, который великолепно разбирается с мячом. И равных ему раз-два и обчелся. О Роберте Левандовском скажем. Он шикарно взаимодействует с партнерами и, конечно, умеет играть в пас. Серж Гнабри. Очень высоко, очень неточно. Серхио Бускетс. Артур. Гризман в свободной зоне на фланге. Есть где разбежаться. Месси. Хорошо играет Нойер. Алаба разряжает обстановку. Тиаго Алькантара. Уже в дебюте матча мог счет быть открыт, но вратарь сказал твердое «нет» и выручил свою команду. Мюнхенская Бавария атакует флангом, и можно воспользоваться этой свободной зоной. Фрэнки де Йонг. Леон Горецко. Левандовский. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Суарес с мячом. Ну, решайте! Удар в штангу. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Суарес. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Редкий случай, когда можно играть руками, потому что это аут. И Барселона ведет мяч в игру. Серхи Роберто. Серхио Бускетс. Этот футболист не теряется под самым жестким прессингом. Даже когда в отбор идут два соперника разом, пол команды обыграл. Ничего себе! Нойер во всей красе сейчас. Какой мяч он вытащил! Неплохо он с мячом идет вперед. И нет больше мяча у Барселоны. И обратно они себе мяч возвращают. Луис Суарес. Здорово сыграно. Гризман. Суарес. Отлично защитник играет. Для Тиаго Алькантары будет лучше отдать мяч партнеру. Артур. Какой прекрасный пример отбора мяча. Тиаго. Мюллер. Тиаго. Помогает ему партнер в атаке. К сопернику Баварии мяч уходит.
Мяч потерян. Отличный перехват. Очень уверенно защита останавливает эту атаку. Серхи Роберто. Джошуа Кимих. Можно играть дальше, считает арбитр. Потерян мяч Барса. Леон Горецко. Непростая игра сегодня для всех. Команды стараются не ошибиться. От этого действуют предельно внимательно и аккуратно. Болельщикам, разумеется, такое действие не по вкусу. Нам бы тоже хотелось побольше острых эпизодов в атаке. Бавария завладела мяч. Мюллер. В центр штрафной подача. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. Суарес. Редко встречаешь такого щедрого нападающего, как Луис Суарес. В подыгрыше он столь же хорош, как и в завершении атаки. Если Суарес видит партнера в лучшей позиции, то он всегда наградит его пасом. Хотя и сам может забить почти из любого положения. Мяч у вратаря, все в порядке. Фрэнки де Йонг. Идут они уверенно в атаку. Суарес. И Месси. Счет в матче открыт. Но что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. После этого гола Барселона впереди. И команда начинает с центра поля. Две минуты добавлено к основному времени тайма. Мюллер. Мюллер повел вперед мяч. Ну кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику. Луис Суарес. Мяч у Гризмана на фланге. Есть там свободная зона. Ну и где же навес? Луис Суарес. Надо забивать и гол! Сложно удержать Барселону сегодня. Еще одна отличная атака в их исполнении. И теперь уже разница в счете в два мяча. Я бы сказал, что это удача, конечно, с одной стороны, но удача на таком крепком фундаменте мастерства. Я с тобой полностью согласен, Георгий, потому что здесь... Арбитр отправляет команду отдыхать. 2-0, перерыв. Не часто Бавария начинает второй тайм в роли догоняющих, но сегодня именно такой случай. Тьяго. Тьяго не смог у себя мяч удержать. Атака через фланг идет, и Месси-то пол команды обыграл. Ничего себе! Великолепное спасение Нойера. Не знаю как, но вытащил он этот мяч с очень близкой дистанции. Фрэнки де Йонг. И нет больше мяча у Барселоны. Получится у них контратака здесь. Затянули контратаку, и соперник уже успел перегруппироваться. Здорово он играет. И мюнхенская Бавария может извлечь пользу из этого вбрасывания. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Левандовский. Из-за боковой мюнхенцы будут вводить мяч в игру, и это может быть очень опасно. Мюллер. Будешь навешивать, а? Бавария держит мяч на фланге, и там есть где развернуть атаку. Отлично сыграно, мяч перехвачен.
Месси. Луис Суарес. И это Давид Алаба, заметь, Борис. Джошуа Кимих. Тьяго. К сопернику Баварии мяч уходит. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Серхи Роберто. И обратно они себе мяч возвращают. Мюнхенская Бавария атакует флангом. И можно воспользоваться этой свободной зоной. Не смогла Бавария у себя мяч оставить. Можно играть дальше, считает арбитр. Месси на фланге. Есть перед ним свободная зона. Месси. Месси! Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Блестящий он соперник. Может быть интересно. Нойер хорош. Лео Месси забивает. Отлично у него получилось решить этот момент. Браво нападающий. Подкараулил этот отскок, сориентировался. А вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну, а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Замена будет в составе Барселоны. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Мануэль Нойер. Месси. И есть варианты тут. И мяч залетает в ворота. Месси делает хет-трик. Какая привычная картина. Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. 20 минут осталось играть. Очень неудачный пас прямо в ноги соперника. Леон Горецко. Тьяго. Левандовский. Если у команды вдруг не заработает выход из обороны, этот футболист всегда остается планом «Б». Любой вынос мяча Левандовский может трансформировать в добротную атаку. Он очень умело цепляется за верховые мячи. Пара касаний, и мяч уже лежит на газоне в ногах у Левандовского. Джошуа Кими. Нет, не дошел этот пас до адреса. Тренер Баварии проводит замену. Джошуа Кими. Талисо. Серж Гнабри. Навесом в штрафную можно сыграть. Талисо. Можно бить. Мюллер бьет, но не попадает в створ ворот. Серхио Бускетс. И вот мяч вернулся к баварцам. Лионель Месси. Давид Алаба пытается забрать мяч. Талисо. К сопернику Баварии мяч уходит. По такой игре у соперника нет шансов. Почти что игра в одни ворота сегодня получилась. Для Барселоны сегодня все складывается великолепно. Они ведут в счете. Разница в счете их полностью устраивает. Мяч держится хорошо. И не так много времени остается играть во втором тайме. Штрафной будет. Замену Баварии.
Лангле. Артуро Видаль. Есть пространство перед ним. Хорошо играет Нойер. Серж Гнабри. Филиппе Коутиньо. Джошуа Кимих. Коутиньо. От Коутиньо мяч уходит сопернику. Не удалось им сегодня навязать борьбу. Жаль, матч прошел с подавляющим преимуществом одной из команд. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. 3 минуты будет добавлено. Видаль. Луис Суарес. Джером Боатенг борется за мяч. Талисо. Финальный свисток. Сложно давать оценку.